Считаю, что на этой фотосессии будет проще тем, кто наполнял свое зернышко любви и печали, а вообще свой бокал знаний хоть чем-то, кроме просмотров, скажем так, кого бы так не обидеть, да, кроме просмотров рекламы. Поэтому все, кто знает, что такое бурлеск, неважно, мальчик это или не девочка, они все справятся с заданием. У меня образ абсента, горячего, пылкого, страстного абсента. Я очень доволен, что какой мне достался образ. Я уже придумал, как его обыграть. Вот. И я сделаю это очень круто. Соне очень понравится. Самое неудачное, я думаю. А ну, сейчас посмотрим. Наверное, у Кровавой Мэри. Такой, типа он в костюме какой-то золотой красной рыбки. Чешуйчатой. Достался напиток «Кровавая Мэри». Это напиток томатный сок с водкой. Я раньше типа много пил «Кровавой Мэри», но только без томатного сока. Я первый раз с накрашенными губами, и это для меня очень непривычно. Мне достался образ потрепанной женщины, навидавшейся всего с бокалом виски. Ну, это образ, короче, виски. Надеюсь, я его обыграю. Мне такой прям причесон сделали, такой прям Уитни Хьюстон, такие 70-х года. Пролетела всю Европу, всю Америку, уставшая, макияж сполз. И в руки, люди, дай мой бокал с виски. Прям вообще класс. Мне достался образ смузи напитка. Ну, я в шоке, очень реально, очень круто, мне очень нравится, очень. В принципе, без разницы, кем быть, алкогольным или безалкогольным напитком, главное, чтобы тебе нравилось. Боже, не знаю, что сказать, если честно, я под шоком, но реально очень круто, мне очень нравится этот образ. Ну, все видели сначала в этом какой-то там... какой-то, ну, я не знаю, как это сказать, но реально это круто очень, красиво. Какао, конечно, как вы уже поняли, по моему красивому носочку на голове, это как зефирка, вот все по цветам, все подходит, мягкое, красивое какао. Напитком довольна, носком на голове не очень. Раньше мне не доводилось быть в таком образе и вообще в такой атмосфере, поэтому для меня это как бы в новизну, наверное, но я чувствую себя совершенно прекрасно, я чувствую свой образ. У меня не было стеснения, потому что я понимаю, что мой наряд не пошлый, а больше эротичный, поэтому я же говорю, я себя в нем чувствую, и то, что
мнение там окружающих, меня оно вообще не волнует. Главное, чтобы я чувствовала себя в своей тарелке. От сегодняшней съемки я жду, от 100% хороших результатов. Я думаю, что мне нужно будет обыграть мой напиток. Я постараюсь это сделать на максимум, на все 100%, так как это первая съемка с Соней, это очень волнительно для меня. Но я буду делать все возможное и прислушаться к ее советам. Киселя. Я не похожа на кисель. Слава богу. В моем образе от киселя, я думаю, только глаза и губы. Как будто я вымазалась этим киселем. Или вот голова еще тоже. Как будто разлили мне на голову кисель и вот так размазали красивенько. Образом своим я, можно сказать, довольна. Потому что если бы мне попался образ шампанского, я бы очень сильно расстроилась. И, скорее всего, отказалась бы от всего этого, потому что я не собираюсь догола раздеваться. Сегодня я нахожусь в образе рассола, потому что я прихожу внезапно. В принципе, мне нравится мой образ, я очень яркая, мне кажется, я запоминающаяся и необычная. Ну, не то, что там какой-то чай, кофе, потанцуем. Ну, просто мне кажется, что людям не хватает оригинальности обыграть этот образ, понять его, прочувствовать и суметь показать. Поэтому они не хотели получить такой образ. Я рада, что мне достался рассол, на данный момент мне нравится мой костюм и все украшения, каблуки и так далее. Я пивас. Сильный немецкий пивас. Да, доволен, в принципе, мне нравится этот образ, классно, как раз характеризует мой внутренний мир. Мужество, силу. Да, я придумал какие-то позы уже, постараюсь сейчас их показать в работе. В принципе, я готов к этому заданию. Мне достался напиток кефир. Кефирчик. Я думаю, что проще было бы обыграть кефир все-таки мальчику. Вот. Но для меня, в принципе, я ожидал, что мне дадут алкогольный напиток, и это будет какой-то там бурбон и все такое. То есть я выйду опять на стронгфейсе, и все будет классно. Но кефирчик — это немножко противоположность моему образу. Хотя это продукт, который я употребляю каждый день практически. Какой-то будет ЗОЖ, это будет какой-то вот спорт, сила, выносливость. Он полезный. То есть я не пользуюсь как пищевой добавкой. Это как бы такой себе усилитель, который может снять усталость, если нужно, например. Образ самбука. Ну, самбука — это такой огненный, такой пламенный напиток. Ну, я чувствую то, что этот образ будет такой пламенный, там будут какие-то желтые, красные очертания. Остался лимонад. Ну, такое, у меня смешанные чувства на самом деле. Я даже не знаю, каким образом можно изобразить лимонад, но, наверное, нужно быть и свежей, а так как там был цветочек, то я должна быть и нежной, и свежей одновременно, я так считаю. Я понимаю, что такое лимонад, но каким образом его нужно показать, типа, это сложная задача, конечно.